Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, у вас все хорошо. Я хочу рассказать небольшой эпизод из моей жизни, что недавно со мной приключилось. Вы знаете, есть такое явление, вот, например, сейчас пандемия, и все люди очень болезненно и остро воспринимают малейший кашель, какие-то малейшие проявления. Когда им не здоровится, все мы сейчас думаем, что «а вдруг это коронавирус?» Правда? Вот так мы устроены. Зацикливаемся и боимся. Ну вот, у меня нечто похожее произошло недавно, но по другому поводу. Дело было так. На одном из каналов по телевидению я смотрела 3 дня кряду. Канал называется Travel Channel, о путешествиях. И там есть такая рубрика, связанная, как сказать-то, с паранормальными явлениями. Нет, точнее, более узкая тематика у них существует. Они рассказывают и показывают все о том, что связано с привидениями. Я так много всего узнала за эти 3 дня. Кто бы мог подумать? Оказывается, исследователи этого явления, ну, мы же называем полтергейст его, и народное название барабашки. Не знаю, называют до сих пор так люди или нет, но я когда-то услышала это, и в моем окружении всем было понятно, о чем идет речь, когда говорили барабашки. То есть привидения, которые чудят в некоторых помещениях. Ну вот. И на этом канале я узнала в документальных фильмах от очевидцев и от исследователей полтергейста, что существуют небольшие такие приборчики, такие в руках их держат эти исследователи полтергейста. Как они их применяют, эти приборы? Они разговаривают с привидениями. Но они по наводке приходят в такие места, где были замечены странные явления, с этими приборчиками. И они говорят вслух, спрашивают о чем-то у привидений. И вот этот прибор – это как будто бы преобразователь каких-то там энергий в какие-то там другие энергии. И в результате на небольшом экране на этом приборчике, там, по-моему, звуковые волны вот фиксируются, да, на экране видно. Но самое, что удивительное, что в результате этот прибор выдает то, что говорит тебе привидение. Вот это я обалдела. Оказывается, такое уже есть. Там, конечно, этот говор, он такой, ну, как сказать, плохого качества, но все равно можно разобрать. В общем, я хочу сказать, что я видела в документальных фильмах о полтергейсте, и это все происходило в Америке, что существуют такие приборы, которые преобразовывают голоса привидений в более-менее нам понятные голоса. Этот прибор выдает звуки, речь привидений. Ну вот, смотрела эти программы, а там одна информация хлеще другой. Я это как бы начала погружаться в эту тему. Она захватила меня, и в результате
Я вам сейчас расскажу, что произошло в результате. Проснулась я однажды ночью. А нет, я еще забыла сказать, что самый такой случай страшный, который я смогла увидеть в этих документальных фильмах, что в одном из домов, по-моему, на Аляске было дело, жила одна женщина, одинокая в доме. И вот доставал этот ее полтергейст, доставал, что-то там в доме все билось, рушилось. Вот, и в результате дом сгорел. А привидения ведь могут и пожар устроить. Ну, я об этом знала и раньше. Ну, вот здесь просто как-то так показали этот сгоревший дом. Так мне было жалко. В общем, эта женщина покинула это место. Я считаю, ей надо было раньше покинуть свой дом. Ну, конечно. Ага. Хороший совет я могу дать, когда человеку, может, деваться некуда. Ну, вот она дожила в этом доме до того, что он сгорел. Может быть, получила страховку и тогда вот переселилась в другое место. Ну вот, а что случилось со мной? Мозги, конечно, мои после просмотра этих всех программ были заняты раздумываниями. О полтергейсте я даже помню, думала. Вот я живу в лесу, на природе, а может быть, здесь когда-то были жестокие бои с индейцами и много погибших. И, полтергейст ведь появляется там, где умерли люди не своей смертью. Это всем известно. Души умерших людей не своей смертью, они не отправляются к Богу. Это я для себя давно поняла и приняла это, и воспринимаю это именно так. Ну вот, проснулась я однажды ночью от страшного шума где-то наверху. Я уже не могла сомкнуть глаз и только и думала: ой, неужели и нам сейчас придется пережить нечто связанное с полтергейстом. Это была у меня первая мысль. Вот ничего больше в голову не приходило, но потому что тоже затуманены были мозги после просмотра документальных фильмов о полтергейсте. Там было столько случаев, один хлеще другого. Осмотрела я их в течение трех дней. Потом у нас так случилось, что мы поменяли компанию телевизионную, и с этим переходом на другую компанию этот канал у меня как-то затерялся. Я пока даже не знаю, какой он у нас теперь номер, там не нашла его. А вот пока существовала предыдущая компания, я все смотрела эту серию документальных фильмов. Шум в районе крыши был настолько сильный, разнообразный и долгий по времени. В общем, это была бессонная ночь. Бессонная ночь. Утром я пожаловалась мужу. Говорю, что давай-ка мы с тобой проверим, не хочет ли устроиться у нас где-то под крышей какое-то животное, пришедшее из леса. На самом деле, пока до сих пор, до этого случая, до этой ночи, я страдала только из-за диких животных из природы, что они съедали подчистую весь мой урожай фруктов, ягод, в огороде, всего съестного, все, что я выращивала, пыталась выращивать.
Вот. Но чтобы так ночью меня разбудил такой сильный шум и такой продолжительный, у меня это было впервые. Я, конечно, терялась в догадках и вспомнила, что я на YouTube когда-то смотрела. Один мужчина из Санкт-Петербурга, он живет сейчас в США, в Теннесси, и у него было отдельное видео на тему, они снимали с семьей дом где-то в загородной местности в пригороде Нэшвилла, это штат Теннесси. И вот у них, они увидели прямо, семья енотов сделала гнездо. Дом был вот с такой крышей, и вот между домом и этой крышей еноты построили себе гнездо. И я поступила точно так же, как он рассказывал в этом видео. Он вызвал специальную службу для отлова диких животных. Такая существует в США, потому что здесь принято жить на природе. Это очень распространено здесь, поэтому и существуют такие специальные службы на такие особые случаи. Вот, мой муж тоже позвонил, к нам пришел специалист. В течение месяца они сказали, что будут устанавливать клетки, решетчатые клетки, там с приманкой в виде кусочков тюны. Оставил нам такую решетку, клетку буду называть. И мы поймали в первую же ночь, после того, как он установил эту клетку, огромного енота. Огромного. Хочу сказать, друзья, что я так обрадовалась, что это енот. Потому что, видите, у меня мысли-то какие были. Я с вами уже поделилась, что, наверное, у нас поселилось привидение. И шумит тут по ночам. Именно ночью. Вот. Ну, подсказка интуиции моя была верная, что надо было проверить, не дикие ли животные к нам пришли обустраиваться. Не знаю, какие там были у них планы. Тоже, наверное, гнездо устроить. Может быть, запросто. Вот, но попался он в первую же ночь. Вот посмотрите на него, я вам покажу, я сделала коротенькое видео. Такой хорошенький, кстати, симпатичный. Такие симпатичные зверушки. Но сколько они приносят бед людям. Какое разорение в домах. Это нечто. Вот. Я вспомнила, конечно, с улыбкой, что когда я жила в России, и когда были еще холодные у нас зимы, не такие, как сейчас, с дождями, а настоящие, с морозом, со снегом. Многие женщины мечтали о енотовой шубе, потому что у них мех вот такой. В такой шубе не замерзнешь. Что было дальше? После того, как енот был пойман в клетку, ночью не было никакого шума. Слава тебе, Господи! Значит, это точно разбойничал на крыше он. Но этот специалист из компании предложил нам еще раз испытать судьбу и оставить еще одну клетку. Поставили вторую клетку во второй раз, чтобы наверняка убедиться, что
больше никто уже не придет и не будет беспокоить из диких зверей. И что вы думаете? Опять в первую же ночь мы поймали другое животное. Я его видела впервые. Это, друзья, опоссум. Вот посмотрите, как он выглядит. Видите, у него такой длинный, без шерсти хвост, голый. Вообще он мне напоминает лично, как будто бы это какая-то большая крыса. Такие зубы. Ой, страшно смотреть на пасть. Остренькие зубки чувствуются. А оказывается, за вот этот гол, с помощью этого голого хвоста они цепляются и висят на сучьях в лесу. Вот, но енот-то, на мой взгляд, был намного симпатичнее, чем этот опоссум. Но я рада, что я увидела его впервые в жизни. Получается, что... А я ведь ни енота, ни опоссума не видела никогда, потому что они приходят к жилью только по ночам. Или в основном по ночам. Вот так, к такому выводу я пришла. Еще броненосцы тоже приходят и роют землю у меня в саду и в огороде только по ночам. Поэтому я тоже никогда их не видела живьем в светлое время суток. Я видела только, ну вот они погибают на дорогах и валяются по обочинам там или на самой дороге. Вот таким образом только видела. Так что вот, вот такая история приключилась. И еще эта история не закончена, я так понимаю, потому что у нас просто были праздники, Крисмас, и компания не работала, а сейчас нам опять принесут решетку. Еще, может быть, кого-то поймаем. Может, так получится, насмотрюсь я тут на всяких животных, каких раньше в глаза не видела. Вот так вот жить получается на природе. Ну, я пережила, конечно, жуткий стресс ночью. Представьте, все гремело и шумело, а я не знала, кто это такой. И еще после просмотра, напуганная полтергейстом, ну, теперь нарадоваться не могу, что выяснилось уже, что это были животные. Я думаю, что это енот. Такой огромный нам попался енот. Ой, кстати, что делает эта компания, которая отлавливает вот у клиентов, как мы, нежеланных диких животных? Они их отвозят в этих самых клетках куда-то далеко, в лес, наверное, скорее всего. Он нам сказал, куда он отвез. Но это далеко, далеко, довольно далеко от нас. И сказал, что когда перед тем, как его выпустить из клетки, он его подкормил бананом. Вот такие дела. Вот. А мой муж рассказывал мне забавную историю, когда он жил в штате Айова. И кто же к ним там повадился-то? Да, наверное, тоже енот. Наверное, тоже енот. И он его ловил сам, уж не знаю, каким образом, ловил сам и отвозил. Ну, жил он на берегу какого-то озерца, как он мне рассказывал, на другую сторону этого озерца. Но там тоже жили люди, и они тоже, похоже, отлавливали этого енота и перевозили назад к моему Ральфу на другую сторону озера. Поэтому, чтобы вот так не получалось, что люди друг к другу отвозят диких животных, существует компания, которая отвозит их куда-то подальше от мест, где люди живут.
Но они их, конечно, не убивают, ничего. Они их просто выпускают в свою среду обитания, подальше от людей. А вообще, друзья, я же петербурженка, и вот с этими проблемами встретилась в жизни впервые. Узнала, вот как здесь в Америке все это работает, что существуют сервисы такие по поимке. И облегчают нам жизнь. Но проблемы такие у тех, кто живет близко к природе, существуют. Вот и думайте, друзья, готовы, например, вы жить на природе среди диких животных, которые могут запросто к вам прийти, или нет? Спасибо, что выслушали меня. Благодарю вас за внимание. Если будет что-то интересное в продолжении этой истории, или я с ним, ну, я уже все рассказала, в принципе, но если мы поймаем еще какого-то животного, и оно будет интересное, я обязательно сделаю видео и покажу вам, я обещаю. А сегодня я прощаюсь с вами, до свидания. Всего вам самого доброго.